В Витебске по улице Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие. Минувшее воскресенье, 18:30, при обгоне маршрутного такси 31-летний водитель Opel Frontera пересек сплошную линию дорожной разметки и столкнулся со встречным Mitsubishi. Подробности у Никиты Дементьева. Для водителя Mitsubishi все произошло более чем внезапно. Выехавший ему навстречу Opel просто не оставил шансов для того, чтобы уйти от столкновения. От удара легковушку развернуло и выкинуло на обочину. В результате ДТП оба водителя были для оценки физического состояния доставлены в больницу. Первый водитель – это водитель Opel. Он после, скажем так, осмотра и оказания ему медицинской помощи был отпущен домой. А вот второй водитель, водитель Mitsubishi, был госпитализирован в реанимационное отделение. В результате столкновения 29-летний водитель Mitsubishi Galant оказался зажат в салоне своего автомобиля. Повреждения автомобилей были настолько велики, что водителя вот этой Mitsubishi доставали спасатели. В ходе разбирательств и проверки виновника ДТП на метасвидетельство не выяснилась основная причина, из-за которой была совершена авария. При оценке, опять же, физического состояния установлен факт употребления алкогольных напитков водителем Opel. При медицинском освидетельствовании в парах выдыхаемого воздуха у него обнаружено 2,33 промилле алкоголя. ГАИ Витебского облисполкома обращается к гражданам с просьбой сообщать о водителях, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, и принимать меры по недопущению их за руль. Никита Дементьев, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».